Rusijoje pavojus. Putinas smaugia draugai ir priešai. Užsmaugia čečėnas bojavykas Ramzanas. Davai dengi, noga dieneg, milijardai. Putinas persigando, kad nesukiltų čečėnai ir skyrė kitiems metams net 40 milijardų rublių, 583 milijonus eurų. Spasiba, drug Valodė, tarė Kadyrovas, nes Putinas nepagailėjo čečėnijai pinigų pačiu sunkiausiu metu. Давайте будем помнить, мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна. Да здравствует Россия, Аллаху Акбар. Gavęs milijardus, labai apsidžiaugė geriausias diktatoriaus Kadyrovo draugas Lietuvoje, dažnai koncertuojantis dainininkas Timotis. Ну, сейчас 5 утра, значит, придется открывать бургерную и делать даже не халяльные бургеры халяльными. Да, обязательно не халяльные, надо халяльные делать. Gavę maišus pinigų, vyrai eis ėst hamburgerių ir sportuot. Салам алейкум, дорогие друзья, добрый вечер. Это опять я с вами на беговой дорожке. Рад приветствовать вас. Ну, как обычно, ходим, бегаем, гоняем лишний вес. Beje, Putinas daug babkių davė ir Krymui – 37 milijardus rublių. Todėl į tokį pinigų dalintoje visi žiūri kaip į dievą. Sakydamas kalbą Kremliaus kurantams ir klapčiukams, Valodė pabrėžė, kad priešai ne vaisus, o rublis nugalės dolgerį. Ну, здесь, как у нас в народе говорят, нет худа без добра. Наши так называемые партнеры ввели вот те санкции, о которых я сказал. Мы ответные меры. Ну, помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться. Владимир Путин объявил войну коррупции, нес Русия вена коррумпочаусю шалю пасаулия. Пагал коррупциос лиги 117 пасаулия. Борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества. Griausmingų Putino grasinimų, aidinčių Švento Jurgio salėje klausovai klausėsi nustėrę ir įsižioja. Išskyrus vieną, Dmitrijų Medvedevą, vyras pačioj kalbos kulminacijoj užkamerkė. Мы не хотим противостояния ни с кем. Оно нам не нужно. Ни нам, ни нашим партнерам, ни мировому сообществу. Tai jau ketvirtas Medvedevo užmigimas per grandiozinio masto valstybinius renginius. Sėdėdamas pirmoji eilėj, priešais arba šalia Putino, Mitė net laiko įtampos. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. А дружба начинается с улыбки. Спасибо вам большое за внимание.